думаю, что сегодня будет достаточно простая лекция. Гомология групп, я думаю, лет 15. Ядро – это аугментационный идеал. Очень просто, давайте теперь это возьмем и тензорно умножим. Самый вот такой элементарный пример. Вот у меня был один знакомый математик. В юности он неправильно жил. В общем, потреблял разные препараты. И вот один раз он в каком-то таком неправильном состоянии увидел среду такую бурлящую, которая сказала: «Задавай мне любые вопросы». Он задал вопрос про какое-то событие в своей жизни. Вот наступит оно или не наступит. И среда ответила: «Гомология нулевая». Вот этот вопрос, на который я пытаюсь ответить. Просто взять вот эту симплициальную резольвенту, взять ее абелинизацию, и вот окажется, что гомотопические группы абелинизации резольвента – это как раз-таки малочисленные гомологии нашей группы G. Это прекрасно написано, например, в книге Квиллина «Гомотопическая алгебра» во второй части. Вот у нас была группа, у нее были какие-то порождающие. Конечно, это бесконечно порожденная, бесконечно представленная. Это такое пространство, на самом деле, гомотопический тип. Такое, что у него гомотопические группы устроены следующим образом. Значит, о чем говорит вот это вот? Ну и, грубо говоря, мы смотрим на независимость этих порождающих по модулю к мутанту. И все. Алгебраично!